Когда ПЦР-тестирование превратилось в самый настоящий концерт, пользователи активно делятся в сетях этими кадрами. Где именно они сделаны, неясно. Неизвестно и имя героини, но ее вокальным данным точно можно позавидовать. Как и музыкальному вкусу авторов ролика. Благодаря необычной реакции девушки на ПЦР-тестирование, композиция явно получила новое звучание. Не исключено, что она может стать неофициальным гимном самой популярной медицинской процедуры 2020 года.